Добрый день! Если вы смотрите это видео, значит вы так же, как и я, любите делать что-то своими руками. Ну что, начнем учиться? Первый урок будет касаться бусин, лески и других материалов, которые необходимы для плетения сумки. Если все необходимое у вас уже есть, то вы можете смело переходить ко второму уроку. Самое главное в плетении сумочек из бусин – это, конечно же, бусины. Начнем с размера. Самый ходовой размер – это 8 и 10 мм. Чем меньше диаметр бусин, тем кропотливее будет ваш труд. Сумка будет плеститься намного дольше. Форма у бусин тоже бывает разная. Самая ходовая форма – это квадрат и круг. Также бывают овальные и кристаллы. Из квадратных бусин плести намного комфортнее, так как они сами ложатся в жесткое полотно. Каркас таких сумок получается очень крепкий. Смотрите. В отличие от квадратных бусин, круглые бусины получаются мягкими. Плести из них намного сложнее, чтобы придать им форму нужно постараться, но зато полотно из таких бусин получается очень нежным. Именно поэтому для первого примера сумки, которую мы будем с вами плести, я выбрала квадратные бусины диаметром 10 миллиметров. Ну, конечно же, есть множество других форм бусин, но не будем сейчас разбирать их все, так как я учу вас основам, которые помогут вам в дальнейшем самостоятельно экспериментировать формами бусин. Теперь о материале, из которого состоят бусины. Это акрил и хрусталь. Акриловые красиво переливаются на солнце. Стоят они дешевле, чем хрустальные. И сумка из них получается намного легче. Наверное, это одна из причин, почему сумки из хрусталя делают маленькими. Потому что хрустальная сумка, она очень тяжелая. Но зато ее блеск на солнце не передать словами. Соответственно, и материал хрустальной сумки стоит намного дороже. Второй пункт основы основ – это леска. Выходим из магазина, там, где вы купили бусины, и идем в рыболовный магазин. Покупаем там леску. Рыбацкая леска, она намного прочнее. Само собой, ищем прозрачную леску, потому что у них бывают и цветные. Мне как-то курьер привез цветную леску. Есть три ходовых размера лески, которые стоит приобрести. 0,5, 0,6 и 0,7 мм в диаметре. Для бусин размеров 8 мм обычно используется леска 0,5 и 0,6 мм. Для бусин 10 мм используется 0,6 или 0,7 мм. Почему или, спросите вы? Потому что у разных производителей размер дырки бусин различен. Здесь нет стандартов. У одних производителей отверстия шире, у других уже. Плюс в следующем уроке мы разберем два вида узлов, используемые при плетении, от которых тоже зависит размер используемой лески. В-третьих, нам нужны маленькие, очень острые ножницы. В-четвертых, нужен самый-самый маленький крючок для вязания. Здесь по-индонезийски я не понимаю, но очень-очень тонкий. Это важно. И последнее, что нам нужно, это вот такие щипцы. Часто их используют мастера, которые создают украшения из металла. Их также можно приобрести в магазине для рукоделия. Это основа основ. В дальнейшем вам понадобятся цепочки, магнитные замочки и прочие украшения для вашей сумочки. Вы сможете приобрести их позже. На этом наш первый урок закончен.
Скорее бегите в магазин, чтобы приобрести все для сумки, которую мы будем плести. Я рекомендую вам приобрести квадратные бусины диаметром 10 мм. Цвет по вашему усмотрению. У меня на уроке будет чередоваться два цвета.